لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. К Арафату, к месту, где беспрерывно льются слезы, где решаются все проблемы, где Господь земли и небес гордится теми, кто стоит в этом месте. В день Арафата Аллах хвалит своих рабов перед ангелами. Он прощает грехи одним, скрывает поступки других, наделяет сломленных силой, дарует питье жаждущим, дает пропитание голодным, облегчает бремя долгов одним. И наш Господь свят он и велик, каждый день он занят делом. Сказал Абдулла ибн аль-Мубарак, да помилует его Аллах, что однажды он увидел Суфьяна ас-Саури молящимся на коленях и рыдающим. Он спросил Суфьяна: «О Суфьян, кто самый несчастный человек в этот день?» Суфьян, да смилуется над ним Аллах, ответил: «Тот, кто считает, что Аллах не простит его». В этот день Аллах свят он и велик, прощает все грехи, малые и большие, те, о которых ты знаешь, и те, о которых ты не знаешь. وشوق بقلب المحب بدا فهذا مقام الدعاء الذي يجاب فمد لرب اليدا يجاب فمد لرب اليدا يباهي بكم ربكم فاسعدوا وينزل يسمع كل النداء فهلوا دموع الأسى توبة وقولوا أتيناك يا ذا العلا وقولوا أتيناك يا ذا العلا. Передается от Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, попросил Биляля, да будет доволен им Аллах, чтобы он созвал людей. И собрались люди и начали слушать пророка, да благословит его Аллах и приветствует. И сказал пророк: «Джибриль спустился ко мне и передал мне салям, мир от Аллаха». И сказал Джибриль: «Аллах простил людей Арафата и людей Муздалифа и обещал помочь им в правах других над ними, таких как уплата долгов и хранение доверенного». И сказал Умар, да будет доволен им Аллах: «О посланник Аллаха! О посланник Аллаха, это только для нас? Да воздаст Аллах благом Умару за то, что он сделал это для нас». Он задал этот вопрос в нужное время. Он спросил: «О посланник Аллаха, это только для нас?» И ответил ему пророк, да благословит его Аллах и приветствует: «Это для вас и всех тех, кто придет после вас, вплоть до судного дня». И сказал Умар: «Это самая лучшая благодать от Аллаха. Это самая лучшая благодать от Аллаха».